хотим нашим мальчикам навести красоту. Ты что делаешь? Она вообще вся какая-то странно страшная. Свинья едет, прикиньте, ребята. Я сейчас буду на очень интересном тренажере висеть. Нет! Всем привет! Вы на канале Family Box Vlog. Сегодня наш влог начинается с того, что мы приехали в салон красоты. Сейчас хотим нашим мальчикам навести красоту. Это у меня было на стекле. Ягода малинка. Ням-ням. Тут много необычных существ и вообще каких-то трав, которые возникают сами по себе из ниоткуда. Что за фокус? Мы пришли в первый салон, нам сказали, извините, ребята, мастеров нет, они еще не вышли, они еще спят. Время всего лишь почти 11. Приходите к 5. Мы, короче говоря, так долго ждать не можем. У нас после обеда свои интересные развлечения, которые я планирую вам сегодня показать. Необычные. Сейчас пойдем поищем другой салон. Пока папа будет искать, я хочу зайти в одно место. Папа, короче, ищет, а я хочу зайти вот в магазинчик. И детки забежали вот в этот, хотя я хотела в соседний. Ну, сейчас глянем, что тут есть. В общем, в магазинах, что примечательно, не продают то же самое, что во всех остальных странах магазинах. Здесь продают свою одежду. То, что здесь пошили, то, что здесь приобрели, они из местного материала, из местных тканей. И поэтому, конечно, это ценно и прикольно, потому что даже подарки привозить из таких мест, такие необычные, которые ты больше нигде не найдешь, интереснее. Уж не говоря о том, что вещи себе покупать. Вот он тот магазинчик, куда я хотела зайти. Я здесь в прошлый раз просто очень много чего интересного покупала, и мне очень сложно остановиться. Да, в том-то и дело. Я же все это отсюда брала. Здесь мне очень нравится ткань, она очень-очень легкая. И здесь вообще много плюшек на самом деле. Короче, Милаша одела сразу платьишко отсюда и решила, что она пойдет в меню. Сегодня это платьишко будет Милана. Ну и еще мы, короче, тут парочку вещичек понабрали и уже бежим дальше. Все, мы пришли, наконец-то, вроде бы нам сказали, окей, Данил будет сейчас стричься, папа тоже, а мы с Милашей пойдем ногти делать. Так, ноготочки. Скоро наши ноготочки будут цветными. Да, Милан? Да. Красота. Так, Данюша готов. Данюш, ну подойди поближе, то мне так сдалека не снять тебя. Вот такая вот, Дань, стрижка. Крутой? Вот что Даня хотел вам показать. Ловец снов у него маленький, да? Очень маленький. Так, мои ноготочки готовы. А вот Миланины ногти и папина стрижка. Едем дальше? Да. А твою я уже показала. Нет. Это у меня лазанья из... Из чего? Из цукини. Это не лазанья, это паста. Паста из цукини. А у тебя лазанья, а да? У меня лазанья примерно из того же самого. А у Миланы бургер. Там пойдем вообще бургер покажу. А у Миланы тут вот бургер. Бургер, бургер. Мы хотим бургер. Кстати, выглядит он симпатично. Попробуй, Данилыч, попробуй. Какой бургер, Милан? Да это вкусно, вкусно, попробуй. Ну, Даня, между прочим, сейчас начал кушать что? Памкин суп. Для него тыквенный суп, это уже няшка, вкусно. Попробуй, это тоже тебе должно понравиться. Вкусный, Милана, бургер? Я рада, потому что Дане сейчас принесут вегетарианскую пиццу и панкейки. Ждем. Так, это у нас панкейки, давайте вот сюда. А это пицца. Данюша, сначала пицца. Та-дам! Мы перекусили и идем дальше. Приехали, купили фруктов, рамбутаны, питхая, манго, папайя, слайм, ватермелон, ананас. Он выглядит вот так вроде, да, страшненький, но, блин, такой вкусный. Серьезно? Да. Ну давай. Попробуй, банан. Да, правда, очень сладкий. Попробуй. Твой любимый банан. Отправляемся дальше. Ну, короче, тут едем и видим вот чего. Свинья едет, прикиньте, ребята. Свинья здоровая такая. Вообще офигеть. Она вообще вся какая-то странно страшная. Вот так вот по Бали. Едешь, едешь и никогда не знаешь. Если тут тебе даже в зоопарк не надо ехать, да? На ходулях. Вот так вот, такие дороги тут.
Ребята, короче, сейчас мы находимся в таком интересном месте, где проводят разные, ну, занятия по йоге, по растяжке, по костоправию и так далее. Я сейчас буду на очень интересном тренажере висеть, который меня будет растягивать со всех сторон. Меня будет тянуть за ноги. Данное мероприятие называется правилье. Правилье, да. Вот смотрите, вот это канат. В общем, 4 каната, 2 руки, 2 ноги, будут подсоединять вот такие вот мешки и будут Диму растягивать. 50 килограмм, прикинь. Короче говоря, новое развлечение. Это странно звучит. А Данчик вон там вот играет с няней, пока Милана где-то бегает вот тут вот по рисовым полям со своей новой собакой Гек. Короче говоря, я тоже прошла через все эти процедурки. Очень необычные ощущения. Мы уже сходили в баню. Сейчас поедем дальше. Короче, ребята, у нас следующий день. Следующие приключения. И мы продолжаем путешествие. Мы едем. Едем на другой конец острова. Света. Вообще на другой конец. Мы немножко соскучились по океану, поэтому сейчас едем в Амет. Это другой пляж, другая сторона Бали. И хотим посмотреть, что там есть. Короче, мы сейчас проезжаем рынок прямо на дороге. Мы едем, и на дороге прям стоят торговцы, свалка, фрукты, овощи. И вот это и грязь, и вкусности всякие, все вместе смешано. Вот так. Вот так вот. Вот там вот ларек. Сколько там? Там вон внутри люди продают. А нам еще долго. Ехать и ехать. А теперь нам навстречу идет какое-то интересное шествие. И нам надо стоять. Это, походу, что-то в храме, да? Прикинь, и они всех пробка. А эти люди все будут теперь стоять и ждать. Жесть, посмотри, какая теперь пробка. Я представляю, как они все счастливы. А я думала, ты представляешь, что мы тоже скоро возвращаться по этой дороге будем. Ну, нам через один день, я надеюсь, мы не попадем в нее. 5 минут спустя. Еще очень часто встречаются вот такие вот байки. Называется «Попробуй объедь меня». А называется «Не пойми, что везу». То ли это мусорка так у них вывозят, то ли еще что-то они перевозят. В общем, байк со скоростью байка, но по ширине он как машина. Ты его не можешь никак объехать. Ну, сейчас попытаемся. Ого. Дороги узкие. До свидания, дядя. Ух ты, красиво. Дороги Бали – это само по себе небольшое развлечение. То есть ты едешь и постоянно только успеваешь удивляться разным событиям, которые вокруг происходят. Не только удивляться, еще реагировать надо успевать. Потому что очень часто нужно резко затормозить или повернуть, или вильнуть, или еще что-то. Или газануть наоборот. Смотрите, какой водопадик красивый. Там купаются реально люди. А мы по какому-то мосту едем. Круто, да? Так, ну что, мы показываем, куда и для чего мы приехали. Вот оно море. Это Амет, другая сторона. Мы и так соскучились по морю и по воде, что решили приехать сегодня на пляж. Пляжи здесь не золотисто-бело-чистые, а черные. Ой, смотрите. Привет! Ого, черные ручки, потому что песок здесь черный, смешанный с лавой. Вот такой вот пляж. Как знаете, ожидание реальность. Ну, а водичка, она все равно море остается морем. Как вода? Да, теплая.
Ты что делаешь? Это же не грязь Мертвого моря. Это просто вулканический песок. Да? Ну что, чем тебе не пилинг? Вот так берешь, хлопаешь. Натураль, есть же. Он сошел с ума, тащите носилкин. Немножечко вам о наших Робинзонах Крузо. Что-то они тут строят. Вот смотри, мам, я докуда. Черные все. Короче говоря, на сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И смотрите следующую серию, будет продолжение.